Что делается? Вот. Из своей точки зрения я вот вам предложу такой критерий, согласитесь вы или нет. Мы должны понять, это делается для того, чтобы защитить права человека или нарушить. Но право на жизнь – это важнейшее право человека. Если такая наука позволяет реализовать право на жизнь, продлить кому-то сегодня достутся пяти, а наука развивается быстро. Вот видите, может быть. А вот вы же знаете, что понимаете, мы же, если речь идет о нарушении права человека, не трогайте его. Я хочу сказать, что, по-моему, ну, есть такой, такой исторический анекдот или стата, что-то атомные бомбы говорит, ну что же, атомные бомбы, мы принесли на планету мир, потому что, конечно же, никто и никогда не посмеет оружие столь страшной разрушительной силы использовать. Мы принесли на планету мир, мишка не сказал этот человек, да, это первое. Второе, послушайте, все пчелка, человек это животное, извините, пожалуйста. Тем, что он создан по образу и подобию Господа. Нет, это я не задумал. А представьте себе, хорошо, когда он подобил свою девушку, я не идет, подожди, что вы это оставили, это прекрасно. А представьте себе, что он подобил, мы просто рассуждаем, когда вы смелы и свободны, да, как у ученого, смелого свободы. Хорошо, если такие вот моменты, мне не один класс. А вот вас самый главный родитель. А 20, а 30, а 40, а 50, а 60. А скажите, пожалуйста, а вот на 60% можно ли будет этого человека полагать человеком? Нет. А если нет, то скажите, пожалуйста, вот наша нынешняя этика по отношению к человеку, и так далее, она актуальна в таком обстоятельстве, в таких процентах, а? Нет, 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 повторяю, это ваше рассуждение, я не Спас Дана.